Жители многоквартирного дома на проспекте Мира не раз выступали с инициативой обновить подъезд. На встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Татьяной Кавторевой, Николаем Тамашовым, Ириной Беляевой, Сергеем Новосельцевым и Глебом Демченко. Предложение было размещено на сайте hish.online и набрало большое количество голосов. И вот уже несколько недель в подъездах кипит работа. Ход реализации инициативы проконтролировали лидеры движения. Я сама лично продвигала данную инициативу, я поддерживала этих жителей и проверяла ход работы для того, чтобы действительно вовремя был отремонтирован подъезд и чтобы эти жители остались довольны. При проведении работ постарались учесть мнение всех жильцов, вплоть до того, в какой цвет будут окрашены стены в подъезде. Прошлись по подъездам, увидели, что уже полностью поменена плитка на первых этажах, полностью заменены входные группы, поменены окна между этажами в пролетах, новые козырьки сделаны. Также узнали у подрядной организации, что по желанию жителей как раз-таки в некоторых подъездах было предусмотрено специальные пандусы для того, чтобы на колясках могли заезжать. На сегодняшний день работы подходят к концу. Остались заключительные штрихи. Завершить ремонт планируют до конца августа.